Сказал мне, Господи, помилуй меня. Вячеслав, если грешил, Господи, прости меня грешно, помилуй. Пусть всех на Тебя, Господи, уповает, и дайшь пищу во благоволение, не отверзаешь, и Ты щедрую руку Твою исполняешь всякое животное благоволение. Аллилуйя. Освети дары Твои слова в истинной молитве. Аминь. Аминь. У меня большая неприятность. 3 дня подряд погибают по одному голубю. И самые породистые. Видите, сильные, здоровые. Глядя, какой у него гребешок. Захожу туда, все у него есть, нигде прогрызенного нету. Вчера, позавчера и сегодня. 3 дня, значит, подозрение, что пробрался туда колонок или хорек. Но он бы больше подушил. Маленькие гнезда в стороне, совсем еще живой. Ну, видно, что совершенно все у него есть. И хвост, и крылья, и все, жизни нету. Здоровый, крепкий, полный. Обычно я прощупаю, видя от старости, я то подумал, нет, мне нужно сейчас помочь. Кто хорошо по лестнице лазит, туда залезьте. И палочками везде шевелите, и внимательно глядеть, откуда он выскочит, какая дырка, вроде, залепить, если есть. Там у нас вроде и негде, но закрыть. Если он только зашел туда, в прошлый раз так же, мы не знали, кто лазит там. Я поставил 22 капкана-то, и на следующий день поймали, за лапой висит кошка матушкина. Ну, ногу не сломала, ничего, и похромала. И всю зиму батюшка говорит, уйдет, недели нету. А у нее там как перина, она теребит их, ест сытая, здоровая. Где она питается среди зимы? У меня на крыше. Так, кто полезет со мной смотреть? Так, еще кто? Наверх залезьте палочками везде. Ты пройдешь по одной стороне, ты по другой, ты по третьей. И пошевелить. А я буду ходить везде смотреть. Где шевельнется? Ну-ка, рыжая. Топ. Надо будет сейчас же поедим, только я его отреплю и отдам. Так, пойдем. Поднимаемся. Поднимай так. Пошли. Пошли сразу. Потом вы руки помоете. Обуваться? Обуваться, обуваться, конечно, обуваться. Палочки надо взять, вот возьми. Вот, такая пойдет. Такая пойдет. Давай, мне тебе. Ну вот палочка, вот, возьми. Так, ну а ты не лазь, да, смотри отсюда, наблюдай. Так, давай палочки я подниму, чтобы двумя руками держались за лестницу. Мы сейчас попытаемся, а потом пройти, где дырочки, все там чем закрыть. Если, ну, для кошки хода нет. Смотри, девочки идут. Пальчики. Нет. Держаться двумя руками, аккуратно. Все, Нестор, пошел. Давай, Ефросинья, вперед. Где движение будет, потихонечку его накрой там фуражкой. Вот где вода, тут и подходите, чтобы не... Целиком поместился. Есть там, держи палку. Рося, все буянишь. Мне его поднимать? Где, ты взял его? Давай сюда его, тащи. Мы его не знаем, куда деть. Пока поставь. Вот сюда вот его поставь, на середину поставь. Дальше пошли. Сейчас иди, вон там вон, палочка вот так постукивает везде. Да ты идешь по краю туда. О, улетает. Слушай. Нестор, слушай меня. Ты наблюдай за всем. Ты идешь сейчас вот с этой стороны. Вот так вот. Вот так вот иди, вот так вот. Стой сюда, подойди. И клади вот так. И смотри, какое движение где будет.
А это не вертлячка? Ты смотри, а. Не вертлячка? Не вертлячка? Нет, нет, он лежал. Он болеет неделями. Это здоровый. Прихожу утром, мертвый. Никаких вертлячек тут нет. Смотри, где кто шевелит. Здесь тоже мертвый голубь. Где? Вытаскивай. Вытаскивай. Не могу. Вон он. Он мертвый? Да. Ну я его потыкал, он не шевелится. Не шевелится. Он застрял там, видимо. Подожди. Это пустая, убирай ее. Доставай оттуда. О, один, кажется. Живой, живой, да? Живой. Один живой. Выходи. Тихо, там полное. Выходите, мальчик. Ну стой, упадет сейчас эта штука. Вон он, видите? Доставай. Доставай. Его подсадите обратно. Если то есть, куда? Обратно. Вот и найди. Покажи, Игнатьевна, еще подойди. Да. И еще надо было сказать о этом голубенке. Он живой. Сидит. Это перышко держит. Мертвый? Нет, живой. Ну посади здесь его. Здесь? Оставь. Здесь мертвый голубь. Показала голубенка. Что, еще мертвый? Да. Оттащи туда дальше. А где он был? Между а вон там. Глазками. Вон там? Там. Под зерном. Под зерном. Там еще под есть зерном. Один. Это непонятно. Зерна, воды полно. А сюда положу. Угу. Ладно? Давай, давай, давай. А с этого вытаскивать? Или вот? Ну вытащи. Вот это только убери. А то наступишь и все, и а походу. Что это такое? Чесалка. На голубей? Нет. Переверни ее. Кверху. Туда убери, в сторону. А, она подсунута была. Аккуратнее, аккуратнее. Не оторви ему хвост, а ты что, аккуратнее. Ты куда залазишь, маленький? Все, все. А, так голубка, отпусти, отпусти. Скали. Ой. Ты что это? У меня с ориентацией здесь что-то не то. Игнатий Иванович, сюда идите. Игнатий Иванович, а, сюда. Сейчас здесь. О, еще один, только что упал, кажись. Игнатий Иванович. Сейчас. О, а... что это за ужас? Ну-ка, Нестор, посмотри поверху, что там случилось. Может, кто-то залез туда. Мне что, туда залазить? Нет, залазить не надо. Я на него смотри. Может, кто-то там поверху ходит, убивает. Постучать? Второй упал. Стучать не надо. Не упал. Просто взглядом посмотри. Вот она, голубка. Что-то с ней случилось. Нет, это болезнь какая-то. О, сколько голубей. Мертвые. Все мертвые. Там зайчи, загляни за эти. Там затаскивай, прям за эти. Она падает что-то, падает. А? Она идет и падает. Сейчас. Нет ориентации. Произошло что-то, пока она там сидела. Она не летает. Она падает сразу. Что же такое? Там за газеты везде загляни. Нет, еще один. Тинчик. Неужели это я из города с этими с голубями завез? Да не должно быть. У него же они не болели. Который привез это, вы привезли. Тоже мертвый лежит он. Как-то сразу.
понимаю, почему дети оказались здесь, внизу. Они должны были взлететь еще. А это что сюда выставили? Зачем? Место, почему место? А, зачем выставили, вот эти непонятно. А то он голубя доставал, на место не поставил. Место поставить, поставить. Сзади смотри сколько. Мистер, поставь на место. И при том все целые. Досочки вот это все. Смотри, сколько еще. Нет, это, видимо, болезнь. Это уже не жилье. А это мы его отпускали, он спрятался куда. А, ясно. На землю отпусти его. На том голове все белые дохнут. Так у меня белых ничего не останется. А этот-то другой. А вот он, смотри. На правой ножке. Видишь, это которого привезли. Это самец, который был. Что-то у него тут. Ну, этот попался во что-то, где-то нитка была. Только говорил, нитки убирать надо везде. Его даже не видно было, где он. Видите, как он обмотался. Одна ниточка только, а таких ниточек тут сотни. Ну, вот это-то ничего нет, ниточки нет. Я его оставлю здесь, как он будет вести себя. Это не желез. Ну ладно. Так, если еще нет, то на выход уходи. Это какая-то эпидемия, надо противогазом. Палочки оставьте здесь, они сгодятся. Вон туда бросьте дальше. Это очень большой для меня урон. Что, только что упал? Давай. Вот еще один. Смотри. Потом все целые. Вот еще у меня. У меня ничего голубей не останется. Давай. Ой-ой-ой. Значит, это по-другому что-то. Не понятно. Вот этот там запутался в веревочке. Тут объяснение простое. А вот эти-то, это вообще необъяснимо. Их надо положить мне в холодильник. Положить, пока я приеду, вечером обработаю. Попроси там завернуть какую-нибудь тряпочку. Это, Полина, сходи, пакет попроси, чтобы положить. Угу. И в холодильник убрать. Маму там попроси. Шесть, четыре, 10 штук сразу. 10 лишились. Даже хуже, чем у нас тут. С кроликами. Так, уходим. Я их попрошу в холодильник положить, чтобы они не испортились. Потом кошку. Голубцы. Голубцы делать. Кошачьи голубцы. Когда у нас мама первый раз готовила голубцы, она сказала, я спросила, что их голубей делать. Мама сказала, да, папа, он пошел голубей ловить. А ведь я и поверила. Пошли. Заходите, попробуйте, помою. А им-то тоже надо помыть. Руки-то помыть. А, помыли уже. Жалко такие потери. А вот еще один лежит, чем тут? Не знаю. Большие потери у нас. Все, заходи. Очень большие. Как так можно? Бедные голубятки. Мы прям почти на каждом шагу находили их. Почти на каждом шагу. Что за черненького голубенка и беленького голубенка? Да. Беленький голубенок оказался один в углу, другой под доской, живой, а второй мертвый.
Это не голубенок под доской, ну, да. там взрослый был. Голубиха вроде как была. Но у него что-то с кремлями случилось или... А те маленькие, которые в прошлый раз нашли, они выжили? Неизвестно. Не знаю. Они проверили? Нет. Мы искали этих сурков или этих кроликов. Не нашли никого. Болели, наверное. Видите, не видела? Ой, вы знаете, которые приехали. Мы же звонили. Мы уже молились. Садитесь за стол. Мы же молились. Сразу, Игнатьев, еще налей чаю. Чай? И компот, наверное. Ну или компот. Он теплый хоть? Надежда Васильевна квас передала. Так тоже будет квас. Это только взрослые. Садимся. Привез 8 голубей, а дети не разошли. Непонятно. Не надо. Рукава не тяни. Рукава не тяни. Не натягивай рукава так. Садитесь. Благословите. Все. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. А дети-то ни за что не брались. Надежда Васильевна передала квас. Вы будете квас? А, он не слышит. А? Надежда Васильевна квас передала. Налить вам? Не знаю. Я пока боюсь. Неплохое дело, классно, делайте. Ребятишка не давать никогда. Это Надежда Васильевна передала. Да? Да. Надежда Васильевна передала. Ну я слышал, что это не от Брежнева, ну. Сказал, класс никому не давать. Пояснять не надо. Класс это взрослым мужчинам, а женщинам с отрушением.